Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня одна сходила в магазин, пока дочка на работе. В общем, я ходила в Горэнерго, не пришло мне за этот месяц уведомление об оплате. Пошла там, разобралась, все нормально. Ну, вот хочу показать, что я купила. Зашла так немного. Вот, что у меня тут в первую очередь? Лук дешевый у нас в магазине. Вот тут 700 с лишним грамм у меня получилось. Вон, видите, насколько? А лук хороший. Такой ровненький, чистенький. Хлеб взяла. Наш любимый, старосельский, тольяттинский. Он наполовину, по-моему, пшеница, половину ржаная мука. Такой и не ржаной, и не белый. Ну, нормальный такой, такой немного грубого помола. Дальше. Ой, пятерочки. Паштет со скидкой. Вот такой вот. Вот он, видите, 18,99. Что-то у меня фокуса нет. Такой. И вот такой новгородский он, по-моему. Срок я смотрела у него в июле только. Выпущен. Такой вот. Мы его постоянно берем. Так нормальный. Кофе. Вот видите, какая у него скидка. Скидка 52%, по-моему, у него. Крема мы любим. У нас сейчас. Сейчас посмотрю, какой у нас. Какой мы сейчас пьем. А, вот. Милагро Голд. Тоже со скидкой брали. Он заканчивается. Уже там немножко осталось. Вот он взяла. Сахарный песок. Люди добрые нам яблок дали. Я уже варенье наварила. Два пакета взяла. У меня еще есть, по-моему, 2 килограмма. Вот он у нас по 32,99. Компоты. Уже несколько банок накрутила. Так. Ну, это из еды, по-моему, все. Так мне, собственно, ничего такого-то и не надо было. Так, теперь бытовая химия. Вот такие вот наши любимые. Эконом. Антибактериальные салфетки. Они пахнут так прикольно. Ну и вот они со скидкой тоже. Вот я тут цены поставила. 2 пачки взяла. У нас еще есть, ну, про запас. Ну и Сарти, как же без него. Теперь у нас вот вот такой. И он по 28,99. По 28, по-моему. Да, 99. И вот такой вот мы уже брали. Вот такой вот гель для душа. Вот видите, он полкило. Так. Морской бриз. С морской солью. Он хороший такой. И пахнет он приятно. И недорого. Так. Ну, это, в общем-то, все. Пока она спала, ночью я горшочки приготовила. Вот она меня просила себе. Вот, вот сейчас вот я их вынула из холодильника. Вот себе вот. А ей отдельно. С помидорами мне помидоры нельзя. Там, короче, ой, пахнет офигенно. Курица филе. Лук репчатый. Ну, посолила, поперчила. Дальше у меня идет морковку порезала. Картофель. Ну, я все мелко порезала. Надо, конечно, покрупнее, как в Норвегии режут там крупными. Все, и морковь чуть ли не на 4 части, и тебе готово все. Значит, картофель, кабачок. Ну, и там специи у меня базилик, укроп. А укроп, я много укроп туда порезала. Он свеженький такой. И ей помидорку. Вот сейчас перемешала, посмотрите. Аппетитненько. А у меня
без помидорки, к сожалению. Ну вот еще в общей сварила. Вот. Перед уходом. Картофель, яичко, морковку. Сейчас я это все порежу. Быстренько у меня там соленые огурчики есть. И приготовлю ей еще салатик. Ну вот пока и все, дорогие друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте нам лайки или дизы, кто-то уже ставит, и то приятно. Пока! Дорогие друзья, вот я сделала салат. Ну, это как типа продолжение того видео. Вот, посмотрите. Вот я сейчас приближу. То, что у меня было, плюс я туда добавила еще одну луковицу, соленые огурчики. И яблочки немного. Вот видите, у меня какие яблоки красивые. И укропчик. Ну и вот растительное масло. Нерафинированное. Кстати, вот эту бутылку мы вчера с дочкой купили. Какой-то у нас дешевый магазинчик открылся. Всего 55 рублей. Правда, тут 850 грамм, но все равно достаточно дешево, потому что нерафинированное растительное масло у нас стоит гораздо дороже, чем рафинированное. Не обращайте внимания, что у меня трясется телефон. Просто у меня руки. Тремор, так скажем. С моей невралгией. Я надо было зафиксироваться, а я его в руках держу. Так что я не виновата. Через 10 дней иду лечиться от невралгии. Будут мне делать уколы, системы ставить в дневной стационар. Так что, может быть, будет полегче. Ну, желаю вам приятного аппетита, если кто-то кушать собирается. Всего доброго. Пока.